Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Лес должен принести региону 3 миллиарда рублей. Об этом заявил спикер УЗС Владимир Быков. По его словам, в 2018 году регион продолжит реформировать лесное законодательство. Депутаты рассмотрят инициативу, посвященную приоритетным инвестиционным проектам в сфере освоения лесов. Она предполагает новый порядок отбора заявок от организаций, которые хотят реализовывать свои лесные инвестпроекты. От введения этого закона в бюджеты поступит около 3 миллиардов рублей, уверен Владимир Быков. В прошлом году лесная отрасль принесла казне 2 миллиарда. Программа «Экономика». КРИК и граждан Рымстрой заключают мировое соглашение. Это утвердил арбитражный суд Кировской области. КРИК должен был строительной компании почти 25 миллионов рублей. Стороны договорились о погашении части долга 21,5 миллион. Для этого КРИК передает граждан Рымстрою 17 квартир в двух домах в Шутовщине Кирово-Чепецкого района. На этой ипотечной корпорации отводится месяц до середины февраля. Проблему задолженности КРИКа за монтаж инженерных сетей в микрорайоне Черемушки пытался урегулировать бывший гендиректор корпорации Виталий Шмаков. За то, чтобы рассчитаться квартирами, он получил взятку и 8,5 лет колонии строгого режима в наказание. Экономика на 101 FM. Инвесторы могут заявиться на налоговые преференции. Можно понизить ставку налога на прибыль организаций с 2,2% до 0,2%. Размер будет зависеть от объема инвестиций. Заявки принимаются от субъектов, вкладывающих средства в обновление основных фондов. Документы принимаются в областном министерстве экономического развития до 15 февраля. В завершение о валютах. Доллар сегодня 56,59, курс евро 69 рублей 17 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.